Всем привет, меня зовут Даниил Иванов. О последних событиях в мире нижегородского и мирового спорта я сейчас расскажу. Футбольный клуб «Нижний Новгород» провел очередной матч в РПЛ. На этот раз на домашнем поле подопечные Киржакова принимали подмосковные «Химки». Это была важная встреча, ведь химчане дышат в затылок нижегородскому клубу. 3 очка, думаю, позволили бы Нижнему окончательно отдалиться от зоны стыков. Но, к сожалению, нулевая ничья, такая серая, воскресный прохладный вечер. Как были проблемы у Нижнего с созданием моментов и особенно с их реализацией, так они и остались. Не хватает команде своего Кевина Де Брюйне и своего Карима Бензема. Мы имели преимущество над соперником, но, к сожалению, не реализовали свои моменты. В первом тайме ребята были близки к тому футболу, который мы хотим видеть в исполнении нашей команды. После 25 матчей Нижний занимает 11 место, набрав 28 очков. Химки находятся на 13 позиции, то есть в зоне стыков, отставая от нижегородцев всего на 3 очка. Между ними еще находится казанский Рубин с 26 баллами. Явно никто не хочет попадать в стыки, чтобы играть дополнительные матчи и ставить под вопрос свое участие на следующий сезон в РПЛ. Так что борьба будет интересная, возможно, не яркая, но до самого последнего тура это точно. Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» завершил регулярный чемпионат матчем в Перми против клуба «Парма». К сожалению, подопечные Лукича проиграли и в итоге заняли 8-е место по итогам регулярки. А что это значит? А значит это, что в первом раунде нижегородцам предстоит сыграть с ЦСКА. Снова армейцы, как и в прошлом сезоне, только тогда Нижний залетел в плей-офф с 5-го места, а столичный клуб с 4-го. Но суть в том, что дорога еще раз свела клубы в турнире на вылет. Правда, в прошлом сезоне серия была до 2 побед, а в нынешнем будет до 3. Поможет ли это нижегородцам? Ну, не знаю, но в прошлом году Нижнему удалось зацепить один матч, да и в третьей игре создать много неприятностей ЦСКА. Может, и в этот раз получится пощекотать нервишки красно-синим. Ну а сейчас давайте посмотрим на красивые эпизоды из последнего матча в регулярном чемпионате с Пармой. И, конечно, послушаем, что же сказал Зоран Лукич. Поздравляю Парму с победой. Соперник играл за Пермь, за своих болельщиков, которые заполнили арену. Вот из-за этого все и играют в баскетбол. Да, игра была ровной, но наша ротация оказалась очень короткой. Нам нужно довести сезон до конца и понять, из-за чего произошли такие ошибки. Мини-футбольный клуб «Торпедо» тоже завершил регулярный чемпионат, только чуть лучше, чем баскетбольный клуб на 2-м месте. Вперед пропустили лишь действующего чемпиона страны «Синару» из Екатеринбурга. Последние 2 матча нижегородцы играли в Норильске с «Норникелем». Важно было победить в первой игре, чтобы уже точно застолбить за собой 2-ю позицию. Это сделать получилось, обыграли «Никель» со счетом 5-4. Вторая игра не имела большого значения для нижегородцев. Для хозяев поединок был важнее. У них решалось место, на котором они завершат регулярку. В итоге они сумели обыграть «Торпедо» 6-4 и занять итоговую 3-ю строчку. Мы должны были уберечь игроков от перебора карточек в экспериментальных четверках. Забили 4 гола. Ребята получили удовольствие. Команда полностью выполнила задачи на этот тур.
плей-офф нижегородцы сыграют с «Газпром Югрой». Вообще интересно получилось. Явно видно, что соперник делал все для того, чтобы попасть именно на «Торпедо». Югорчане играли с аутсайдером новой генерации на домашнем паркете, и победа позволяла им обойти «Ухту», которая находится на 6-м месте. Но, видимо, в «Югре» решили, что сыграть в первом раунде с «Торпедо» для них будет лучшим решением. Маленькие хитрости, скажем так. Ну, теперь нижегородцам остается сделать жаркий прием на домашнем паркете для югорчан и показать, что не зря торпедовцы заняли такое высокое место по итогам регулярного чемпионата. Уверен, будет битва красивая, яркая и, самое главное, победная. У женского мини-футбольного клуба «Норманочка» уже стартовала финальная серия плей-офф. Нижегородские спортсменки сделали первый шаг к защите чемпионского титула, обыграв в первом поединке «Мосполитех» со счетом 3-2 в овертайме. Серия длится, кстати, до двух побед, поэтому второй чемпионский титул подряд очень близок к «Норманочке». 23 апреля пройдет ответный матч в Москве. А вот женский хоккейный клуб «Скиф» впервые в своей истории вышел в финал Кубка ЖХЛ. Невероятно большое достижение для нашей команды. В двух матчах нижегородки обыграли команду «Динамо Нева» 3-2 и 5-4. Российские хоккеисты продолжают бить рекорды в НХЛ. На этот раз отличился нападающий Миннесоты Кирилл Капризов. Молодая русская звезда творит историю. Игра с Сент-Луисом явно станет одной из самых памятных в жизни 24-летнего нападающего. Он забросил 43-ю шайбу в 73-м матче регулярного чемпионата. Ранее такая планка не покорялась ни одному из игроков Миннесоты. Предыдущий рекорд принадлежал Мариану Габорику и Эрику Сталу. На их счету было по 42 гола. А ведь это всего лишь второй сезон в НХЛ для Капризова, а уже такие рекорды. Красавец, что сказать, в 128 матчах на его счету 144 очка. Мега крутой показатель. Ну а видео того самого исторического гола сейчас появится на ваших экранах. On the power play goal by Foligno. His 22nd. Get a tying goal! На этом на сегодня практически все. Напоследок, как и обычно, посмотрим на красивые голы, которые были забиты в РПЛ в прошедшем туре. А с вами был я, Данил Иванов. До новых встреч, дамы и господа.